Все мы помним детское стихотворение Агнии Барто «Мы с Тамарой санитары». И сегодня я вам расскажу о разнице между конструкцией «Мы с Тамарой» и ее французским эквивалентом. Но начнем с обратного. Когда я объясняю своим французским студентам эту конструкцию, они очень удивляются, потому что для них это кажется чем-то очень странным и непривычным. Буквально эта конструкция будет переводиться на французский язык как «Тамара» и «Мор». Что получается? Получается, что сначала мы перечисляем всех действующих лиц, которые будут с нами выполнять то или иное действие, и только в конце мы ставим себя «Тамара» и «Мор», «Mes amis» и «Мор», «Mes parents» и «Мор». Так будет всегда. Сначала ставим всех лиц, выполняющих то или иное действие, и в конце себя любимого.